Все, идем. Едем, запись пошла? Да. Купили. Едем. Дружно так связали, купили. 4 сентября. Купили. 2020 года. 10 щегунят. 9 серых, один белый. 9 серых, один белый. А еще говорят, есть фиолетовый сорт, есть черный. Ну, черные нам пообещали, вот фиолетовые купить. Говорят, самая красивая, самая большая такая, неприхотливая утка. Но это надо на выставку делать. Следующее воскресенье. Ну, возьмешь камеру, съездишь. Давай в этот заедем магнит, чего-то пятерочку. Хорошо, давай. Так же остановимся. Сегодня с дочерью приезжает, надо купить вкусняшек. Хорошо, если ты говоришь, но потом же все равно по той улице, где. Ну мы по Краснобинной поедем, там вывернем на счет. Конечно, сейчас. Просто я не был в том пятерочку, надо зайти просто глянуть. Ну, пятерочка как пятерочка, все пятерочки. Там, там через дорогу, здесь меньше дорог. Хорошо. Главное, кстати, можно подъехать. Прыгает кто-то. Хоть бы выжили, я уже переживаю. Ой, как ты вот, любительница, сразу переживать. Ну, я сказала, в природе ты... знаешь, как они выживают? С моста вон падали, с уткой ходили. Ты видел? Я вчера смотрел видосики. Там была утка с утятами камикадзе. Спрыгнули с моста такой метра три. Метра три. Так они не летели. Утка, может быть, и летела, а они шмякались так, как камни в воду. Так, подъехали к пятерочке. Да. Mm-hmm.